Итак, попробуем перевести наш Traxxas Slash в зимний режим. Поставим вот такие лыжи Intenji. Так они выглядят. Поставим их наперед, соответственно. И назад поставим лопата Traxxas. То есть, такие у нас колеса будут. Это комплектующие. Сейчас попробуем снять колеса и все это установить. Итак, поставили на заднюю ось лопаты, чтобы лучше гребсти. И наперед сейчас будем устанавливать лыжи. Вот они уже собраны. Вот они вот отщелкиваются. Так, для этого нам будет хекс этот снять. Итак, поставили мы лыжи. Поставили колеса, поставили лыжи. Немножко намучился я с ними, наверное. Было просто позднее время. Я уже там устал в гараже ковыряться, не только со слэшем. В итоге пришлось переставлять вот эти железочки. Я первый раз их неправильно поставил. Тоже думал сначала, что кулаки мешают, но не вставала она и все. Потом понял, как ее ставить, и в итоге она вроде нормально не встали. Единственное, потом я понял, что у нас же полноприводная модель, и пришлось заглушить передний дифференциал. Просто взяли, убрали кардан, дырку заделал пеной, уже засохшей пеной, чтобы снег с влагой не попадали. И поэтому у нас сейчас получилась заднеприводная модель. Но вот сейчас поставили 3S аккумулятор, попробуем заехать, как она будет вообще вести себя на снегу. Будет вообще проходимость, не будет. Сейчас посмотрим. Садится на ровном месте. Надо ему в снег входить на большой скорости, чтобы хотя бы колеса как-то цеплялись. Мне кажется, очень-очень маленькие колеса сами по себе. И плюс спереди ничего не цепляет. Проходимость все равно не очень большая, даже с лыжами. Все, вот он залез. Все равно эти лыжи на глубокий снег, конечно, не рассчитаны. Опа. Вот на такой снег, да, такой легкий. Да. Ну, на таком он может, наверное, на обычных колесах проехать. Застрял. Когда набирает скорость, он может пройти хорошо по снегу, но мало ли, маленькая остановка, все, он завис. Ну, с толчками можно вот так. Глубокий снег не для него, все-таки будут бестолковые эти лыжи, эти колеса, если вы их в поле кинете слэш или еще какую-то модель, там Stampet или Rustler, мне кажется, что это бестолку. Завяз. Проходит вроде неплохо, но дальше как-то не очень. Все, застрял.
начинает поворот делать и застревает. Сейчас попробуем по прямой его пустить. Вот его клея ушел хорошо. В итоге скорость падает на повороте и сразу взрывается. То есть по прямой он нормально заходит. Сейчас попробуем отсюда заехать. Итак, минус этих лыж получается то, что на повороте машина замедляется и сразу же она начинает взрываться. То есть задние колеса не вывозят, спереди зацепа нету, естественно, и она сразу вязнет, сразу же вязнет. То есть можно по прямой по снегу ехать, если ты заскакиваешь с гладкой какой-то поверхности, да, и идешь прямиком по снегу, то есть по прямой тебе хватит разгона, сил, но если ты замедляешься, поворачиваешь, все, оно сразу же замедляется. Вот сейчас посмотрим. Все, на повороте он сел. Проехал он такую приличную полянку и при повороте он сразу же сел. То есть, в принципе, на поле где-то можно на большом попробовать погонять. Но вот так вот просто нет смысла пользоваться этими лыжами, потому что он будет только вязнуть. Завяз. Где-нибудь по улице напрямую, где все гладко, раскатано, он вообще нормально будет ездить. Но не знаю, можно поставить обычные колеса. Мне кажется, обычные колеса и по обычной улице не будут ездить. Взрывается моментально. Так у нас выглядит. Конечно, колеса, сами колеса маловаты. Вот так у нас ездит по такому легкому льду, только что просыпанному песком, такой какая-то жижа непонятная. То есть, в принципе, неплохо держит лыжи, колеса тоже сразу начинает копать. А в итоге все-таки он для глубокого снега не предназначен. Вот намного интереснее, конечно, ну даже интереснее, необычно ведет себя машина, то есть не как на колесах, если все четыре колеса были ведущие. То есть очень интересно в занос бросает. Наверное, все-таки это из-за лыж, потому что сцепления нет, естественно. Но сейчас попробуем еще прокатиться.
И все, попал снег, сразу завяз. Фу, наелся я снега с песком, наверное, солью, потому что закидывает эти лопаты нормально. Снег, прям все лицо в снегу. Ну, конечно, едет оно замечательно. Даже дрифтить можно на лыжах. Сразу застряла. Так, итог нашего небольшого теста, проверки лыж. Для глубокого снега, конечно, они не подходят. Для обычной дороги, в принципе, нормально хватает. Управляемость, конечно, не та, ее срывает в занос постоянно. Для веселья, я думаю, как бы они подойдут, конечно, весело. Необычно с ними кататься. Вот. Да и народ смотрит, думает, что нифига себе. Машина на лыжах, ну вот, привлекает внимание. Ну вот, в принципе, как бы можно взять, попробовать на них покататься. Но для снега, конечно, я думал, что все, сейчас я покорюсь. Сразу поля снежные, но нет, зарывается вообще очень сильно зарывается. Не помогают ни колеса эти, они хоть и копают, но глубокий снег нет. Снег нет, поэтому вот так вот у нас выглядят наши лыжи. В принципе, у кого есть слэш, можете попробовать, весело все равно будет, особенно если с кем-нибудь заехать и проверить, кто лучше едет в такую погоду. У нас есть Хос, у нас есть Макс, попробуем с ними тоже протестить. В итоге небольшое добавление. Покатались мы с самого утра, катаемся. Вот уже стемнело везде. Фонари только вот включили. Но вот нас все искатали. Всю улицу. Все бугры. Все отсюда искатали. Все-таки на лыжах весело. Он очень классно проходит. Сугробы, не так как на машине. Понятное дело, что на снег его не выпустишь, но очень занятно получается. Сейчас вот мы с Максом гоняем. То есть, ну, намного быстрее он проходит снежные повороты. То есть очень неплохо, так что рекомендую. Все, приехали, лыжи выбил. Итак, Макс наш подбил слэша, сломалась тяга рулевая. Сейчас будем смотреть, что с ней. Но удар вроде не такой сильный был, но плюс еще на защите наш Макс. Попробуем сейчас ее быстренько починить. Болтается просто так.